Даже те, кто никогда не был в Армении, наверняка, увидев сейчас это видео, вспомнят, что в Армении есть знаменитое Армянское море, озеро Сиван. Вот как раз на берегу озера Сиван, рядом с монастырем Сиванаванг, мы сейчас и находимся. Это небольшой мыс, где стоит несколько храмов, зубов, и внизу находится монастырь, действующий монастырь. Вся эта красота очень и очень древняя. Посмотрите в интернете, почитайте про это все, рассказывайте очень долго. И очень и очень впечатляет. Особенно в такой солнечный день, когда храмы светлые, красивые. Несмотря на толпы народа, которые здесь ходят, вид на озеро и вид на всю вот эту вот окружающую красоту, на дальние горы, он, конечно, великолепен. Друзья, если будете в Армении, не пропускайте никогда озеро Сивана.